Привет! Как ты оцениваешь свои шансы увидеть небесное землетрясение, поющую дюну или сразу две луны? Я подскажу. Примерно 1 на 1 000 000000. Но сегодня тебе повезло. Мы подготовили видео с этими и другими уникальными случаями в природе и собрали в новой подборке. Поехали! Ты удивишься, но сход этой гигантской грязевой лавины был вызван обычным градом на вершине горы в Швейцарии. Мало того, что в Гватемале вулкан устроил эпичное дымовое шоу, к нему еще и присоединилась молния. Завораживающее зрелище. So it's moving. But wait, when we start moving, it looks like it's still. And then you can tell it's moving again. На Аляске удалось соснять удивительную оптическую иллюзию. Во время движения автомобиля вода в реке словно замирает. So crazy. Слышал когда-нибудь о небесных землетрясениях? Да, они существуют. И благодаря этим кадрам из Мексики теперь ты знаешь, как они выглядят и звучат. Одновременно жутко и красиво, правда? Вот почему нельзя сомневаться в могуществе стихии. Yeah? Okay. ¡Saca la bandera! ¡Saca la bandera! ¡Saca la bandera!
Смотрим на большой сход оползня и самых везучих водителей в округе. Причина, по которой ты можешь передумать перевозить машину на пароме. Oh, this car slammed into that car. Oh my god. Yes. Holy. Если когда-нибудь увидишь такое нашествие рыб, позалипай ненадолго на эту красоту. И лучше уходи подальше от воды. Рыбы не просто так кидаются на берег. Чтобы ты лучше понимал масштабы града, он был размером с бейсбольные мячи. Такой четырехминутный сюрприз устроила природа жителям Далласа. Oh my god, it's raining trees. It's like literally a hailstorm. Are we okay? Is there anything above us? Просто чудо, что с таким количеством оползней и объемом лавины их палаточный лагерь совершенно не пострадал. It looks so different now. Трением верхнего слоя песка бархана о нижний можно вызвать звук, который будет похож на пение. Примерно так. Потрясающе! То, что кто-то ошибочно может принять за пыльную бурю, на самом деле нашествие миллионов комаров. Masuk dong.
Это не прибытие инопланетян и не метеоритный дождь. Так выглядит сгорающий в атмосфере космический мусор. Такое можно заснять только раз в жизни. А такое, пожалуй, только раз в 5 жизней. Регулярное развлечение жителей Техаса после шторма. Найди гараж в огромной куче перекати-поля. Никаких предупреждений о цунами в тот день. Просто эти облака поразительно похожи на гигантские волны. Звук двигается почти в миллион раз медленнее света. А в реальности эта разница выглядит вот так. Эти кадры прямиком из гор Швейцарии можно использовать в любом художественном фильме. Настолько они прекрасны. Коротко о том, что нельзя недооценивать силу природы. Течение реки в Китае с легкостью утянуло за собой тяжелый мост. Трудно поверить, что это реальное видео песчаной бури в Египте, а не съемочная площадка новой части Дюны. Всего несколько секунд, и пейзаж в этой местности изменился навсегда. Феноменально красивая оптическая иллюзия, которая заставит тебя поверить, что мы живем в симуляции. Делись в комментариях, что конкретно в этом явлении увидел ты. К безумному Максу эти кадры не имеют отношения. Просто чтобы сжечь производимый метан, местные жители поселка в Тайване поджигают грязевой вулкан во время извержения. Только один вопрос. Почему они еще не бегут в противоположном направлении?
Portanto, é só uma nuvem, está só a chover aqui, localizada, e mais lado nenhum, está a chover. Espetáculo! Vejam, aqui não chove, aqui chove. Как по расписанию, каждые 5 минут гейзер Строкур в Исландии выбрасывает струю воды высотой до 20 метров. И выглядит это фантастически! Добро пожаловать в Новую Зеландию. Вот таким образом там на поверхность выходит воздух из подземных пещер. Каждый раз, когда видишь подобное видео, знай, что оператору было очень холодно, ведь поймать гало можно только в таких погодных условиях.